всегда знали, что не одиноки во Вселенной. Я сделаю вам более 300 уколов за несколько недель. С чем? Наши ресурсы истощены. Время на исходе. Через 10 лет половина населения Земли вымрет от голода. На планете будет невозможно жить. Но есть одно место, которое дает нам надежду. Что если Титан станет нашим новым домом? Мы вас усовершенствуем. Сделаем сверхлюдьми. Большинство из вас ждет провала. Кого-то эти тренировки сломают. Не думал, что увижу такое. За ним будущее. Ты станешь первым человеком на Титане. Я люблю тебя. Я не могу дышать. Он меняется. Это не космические исследования, а жесткое преступление. Я хочу закончить начатое. Я вижу все, темноты нет. У него внутри что-то живет. Он солдат. Мы вживили ему ДНК существа, найденного на Титане. Пути назад нет. Впервые мы сможем увидеть форму жизни с другой планеты. Что вы наделали? Если мы не научимся их контролировать, они захватят Землю. Позовешь? Ага, и заберу тоже я. Папа! Два самолета врезались в башни Всемирного торгового центра. Учения, что ли, какие? Нет, не учения. 11 сентября ужас сковал весь мир. 19 человек напали на нашу страну. Вы станете первыми, кто даст им отпор. 12 сентября они вызвались на войну. Как можно бросить любимую семью и пойти воевать? У нас 2 часа, давай по-быстрому. Обойдешься. Только так я могу гарантировать, что ты ко мне вернешься. Война кончится через неделю. Неважно, сколько тебя не будет. Главное, вернись. Первый пошел! Второй! Третий! Четвертый! С каждым шагом мы рискуем нарваться на мину, оставшуюся от сотни разных войн. Скорее всего, домой мы вернемся не все. Если не захватим этот город, Нью-Йоркские башни — это только начало. Мы должны довериться генералу Северного Альянса, о котором мы ничего не знаем. Генерал, куда именно мы направляемся? Через горы. Поедем верхом. Кто из вас раньше ездил верхом? В летнем лагере в 9 лет. В колледже, но я был стельком. А имя у нее есть? Класс, весело будет. Продюсер Джерри Брукхаймер. Мы окружены. 50 тысяч талибов и боевиков Аль-Каиды. Подмоги не будет. Я не стану приказывать вам идти в бой. Вы хотите сдаться? Будьте готовы открыть огонь. Не двигайтесь. О, боже. В январе. План действий придется придумывать на ходу. Мы выживем, все до одного. 12 солдат подарили нам надежду. У нас лошади, у них танки. Величайшее оружие в истории вот здесь. Если погибнешь, твоя жена хотела бы получить это письмо. Я обещал ей вернуться домой. Кавалерия. Рассекреченная история. Ураган надвигается. Пора валить. Говорит агент Корбин. 600 миллионов, они там? В
все на месте, еще около 300 бонусом. Отвечаешь головой. Так и быть, побуду нянькой денежком. Мы закрыты из-за урагана. Да брось ты! Черт! Разворачивайтесь. Давай. Плохо дело. Свидетелей не оставляй. Залезай! Что здесь творится? Ограбление банка. Где она? Я им нужна, только я знаю код. Нужно вытаскивать моего брата. Помоги мне. Вперед, спасать мир! Что за... А что, я из Алабамы. Да! Нас вот-вот снесет. Мощнейший ураган века. Берегись! Я знал, что это будет полный. Загружай! Беги! Просто не будет! Что? Сейчас будет сложно! Была не была. Я не понял. За дело. Да он нас раздавит. Денек что надо. Зашибись. Носите при себе пистолет, мистер Чейз? Почти никогда. Сочетается с костюмом. Вы раньше были шпионом? Моего сына похитили. 17 миллионов долларов, иначе он лишится глаза, уха или руки. И не говорите, что у вас нет денег. Мой бывший свекор приобретает только самое лучшее. Надеюсь, и вы хотя бы в половину так же хороши, как все, что он покупает. Надо заплатить выкуп, мистер Гетти. Я не буду этого делать. У вас в руках все деньги мира. Сколько вам еще нужно для спокойствия? Больше. Я найду вашего сына. Вы защищены от любых угроз. Если только угрозой не окажусь я. Мам! Пол! Я хочу домой. Пол. Я нанял бывшего офицера ЦРУ не за тем, чтобы он просто передавал деньги. Ты должен делать то, чего другие не могут. Нужно быть готовыми отказаться от сделки. Он мой сын, и я не могу отказаться. Думаю, здесь дело не в деньгах. Главная власть. Бизнес. Страх. Семья. Скажи им, что я иду. Все деньги мира. Я могу задать тебе гипотетический вопрос? О боже, ненавижу гипотетические вопросы. Ну тогда тебе точно не понравится. Ты заполучил досье? Еще нет. Это серьезная брешь в системе безопасности. Утечка из самого Пентагона. Особо секретные документы о войне во Вьетнаме. Это 7000 страниц, где излагается, как Белый дом врал нам о вьетнамской войне все 30 лет. С этой ложью необходимо покончить. Кей, люди сомневаются, что женщина способна руководить газетой и принимать жесткие решения. Артур, спасибо тебе за откровенность. За дело. Давайте найдем эти страницы. Ты говоришь о разглашении государственных тайн. Это законно? А чем мы здесь на кусок хлеба зарабатываем? Бен, возможно, я что-то раскопал.
Должно быть ценный груз. Всего лишь государственные секреты. Сегодня был наложен запрет на дальнейшую публикацию газеты «Нью-Йорк Таймс» секретных документов о войне во Вьетнаме. Если напечатаешь хоть строчку, на следующей неделе окажешься в Верховном суде. И что это значит? Мы все можем угодить за решетку. Принять решение, рискнуть своим состоянием и компанией, которой она посвятила всю жизнь, я думаю, это очень смело. Если правительство выиграет, Вашингтон-Пост прекратит свое существование. Если мы не призовем их к ответу, то кто тогда? Без Вашингтон-Пост мы не сможем призвать их к ответу. Президент Никсон пустит в ход все свое влияние. Если есть способ тебя уничтожить, клянусь Богом, он найдет его. Я прошу твоего совета, Боб, а не позволения. Она ставит под угрозу будущее газеты. Что будет, если мы не опубликуем досье? Проиграем не только мы, проиграет вся страна. Что вы собираетесь делать, миссис Грэм? Секретное досье. Какой след? Это не волк. Это та зверюга. Мы ее выследим. 3 овцы за неделю — это уже слишком. А я знаю, почему тебя зверюга покусала. Ты такой вонючий, что она приняла тебя за козла. Зверюга подойдет к овцам и... Класс! Нет, не убегай! Эй, где ты? Ну что ты прячешься? Я много видал битых псов и даже знавал парней, которые пытались их спасти. А я знал, что это не ты убиваешь овец. Ой, ну ты вонючка. Какой же ты красавец. Да нет же, ты красавица. А ты знал пастуха, который бил зверюгу? Знаешь, за что он ее бил? А ты знаешь, почему люди устраивают войны? То-то и оно. Мы с вами делаем одно дело, господин мэр. Охотимся на вредных зверей. В ваших горах их развелось слишком много. Нельзя стрелять в самок! Это запрещено! Как будете выходить из положения, господин мэр? Можно организовать облаву и тогда поймать. Ну что ты встала? Нет! Уходи, уходи! В сторону! Не стреляй! Это мой друг! Tu es si belle qu'en te voyant je t'ai aimé. Tu passais si belle. Ну прости меня, теперь ты довольна? Ты теперь с собаками разговариваешь. Mon ami, je t'aimais. Отстань, отстань, отстань. Минуточку внимания. Вы все уволены. Мы банкроты? Удачи на новой работе. Не такую жизнь я для вас представлял. Даже близко. Девочки, кажется, у меня идея. Питти Барнетт, к вашим услугам. Я ставлю шоу, и мне нужна звезда. Каждый из нас особенный, единственный и неповторимый. Об этом и будет мое шоу. Готовы? Поехали!
сделать что-то новое, слепо подражая другим. Я не могу сбежать с бродячим цирком. Почему? Ты ведь просто рожден для шоу-бизнеса. Шоу-бизнеса? Угу. Я не знаю, что это. Я его только что придумал. Мистер Грумер! О, что это? А, это Лондон. Как красиво. Тетя Люся всегда мечтала бывать в Лондоне. С такой книгой она бы словно очутилась здесь. Тетя Люси! О, Паддингтон. Превосходный подарок. У меня гениальная идея. Я заработаю денег и куплю эту книгу тете. Добрый день, мойка окон. Паддингтон, ты уверен, что готов к серьезной работе? Там Феникс Бьюкеннон, самый знаменитый папин клиент. Полагаю, вы меня узнали? О, да, вы известный актер. Я мировая звезда. Увы, в прошлом. Теперь вы собачий корм рекламируете. Раскладная книга. Где ты мог ее видеть? В антикварном магазине. Вор, пожалуйста, остановитесь! Не с места! Грабитель не я. По городу прокатилась волна загадочных происшествий. Мы снова богатые. Может быть, я и похож на закоренелого преступника, но я не виновен. Нам нужен безупречный план. Если кто и распознает бандита, так это мы. Он мастер перевоплощения. А? Это кража со взломом. Мы еще ничего не сломали. О! Куда это ты собрался, медведь? Паддингтон, не раздумывая, пришел бы на помощь любому. Он во всех видит только хорошее. Мармелад? Добро пожаловать! Приключения Паддингтона 2. Пёсик, вперёд! В кино с 18 января. Игра окончена, чувак. Экстренные новости. В Лос-Анджелесе в отель «Левел» во время приема с участием звезд ворвались вооруженные преступники. Эти кадры транслируются из отеля в прямом эфире. Как видно, один из заложников – международная поп-звезда Шегги. Да. Не убивайте Шегги, Шегги круче всех. Что происходит? Пой, это не я. Пой, Шегги! Милый, удалось меня застукать. Так и надо мне ослу. Без порток я свою соседку шпилил прямо на полу. Как я мог забыть, что сам на всякий случай дал ей ключ? Смотрите в марте! Опасная новая комедия от создателей трудоголиков. Три официанта сбежали. Может, лучше сдадимся? Чувак! Карман это зачем? Чтобы показать, что я безоружен. Мы их завалим. Меня зовут Алекс. С тремя иксами. Я этих долбоклюев в клочья порву. Три икса означает «я, чтоб ты знал». А еще кинчик с Вином Дизелем. Фильм от Netflix. Устроим бешеный дестрой. Вы кто такие? Спецназ? Морпехи? Перевозчики, погнали! Вы что там делаете? Слава богу, отсосили гавой! Совсем обуел, они нам помочь хотят! Чтоб меня потом зачморили, что меня копы спасли! Ты вообще Кендрика Ламара слушаешь? Игра окончена, чувак! Как я только мог столько лет равняться на такого лузера? Я не лузер! Мужики, хватит! Ты в меня выстрелил? Я выстрелил рядом с тобой, сучок.
23 марта. Под подкладку пальто можно вшить что угодно. Еще мальчишкой я начал прятать тайные послания в одежде. Кое-что личное, о чем знал только я. Мои секреты. Доброе утро. Поужинаете со мной? Да. Мне кажется, будто всю жизнь я искал именно тебя. Восхитительно. Ты просто прекрасна. У меня есть некоторые идеи, но я не смогу воплотить их в жизнь без тебя. Рейнольдс осуществил мои мечты. И взамен я дала ему то, чего он жаждал более всего на свете. Всю себя без остатка. А почему ты не женат? Ее появление многое изменило. За весь вечер она едва взглянула на тебя. Позвольте предостеречь вас. Мой брат чувствует себя обреченным на жизнь без любви. Ткань мне не нравится. Может, когда-нибудь твой вкус изменится? А если мне нравится мой вкус? До добра он тебя не доведет. А вдруг я этого и добиваюсь? Стоп! В этом доме веет тихой смертью. Ты не обречен, ведь я люблю тебя. Прекрати эту игру. Какую? В чем именно ее суть? Все твои правила, твоя одежда, все эти деньги, все игра. Все было подстроено. Кто? Ты подослана, чтобы испортить мне вечер, а возможно и всю жизнь. Прекрати! Что бы ты ни делал, будь осторожен. Призрачная нить.